Подчеркну, речь идет не просто о макроэкономических параметрах, что очень важно. Без этого невозможно вообще ничего делать. Это фундамент, на котором строится вся наша работа, и который характеризует текущее состояние дел. Но нужно поговорить, безусловно, о крайне важных, чувствительных вопросах для любой российской семьи, для каждого гражданина нашей страны. А это занятость, доходы, цены на товары, прежде всего базовые товары. Что у нас здесь происходит? Вот смотрите. Но доходы, понятно, они, к сожалению, они снизились в этом году. Рынок труда испытывает определенную нагрузку. У нас подросла безработица. Было 4,7, 4,8, стало 6,8. А сейчас поменьше уже, 6,3. Это лучше, чем, скажем, в США, где за 8 уже безработица, где там 6, там 8, да, 8%, а в еврозоне еще выше. Но что делать с другими показателями, в частности, с ростом цен на, прежде всего, на базовые продукты питания?